Круче не будет сезона на свете. Все цитаты на этом моменте. Канал фестиваль друзей подошел. Фестивальская птица Лизон на плече. Ну здравствуй, здравствуй, ГУЭС, как долго ждали этой игры, сколько праздников прошло, и вот наконец-таки мы здесь. И нам просто не терпится с вами познакомиться. Итак, это Арина. Арин, расскажи, какую музыку ты любишь? Ой, я всякую люблю, я нимфоманка. Может быть, ты хотела сказать меломанка? Как хотела, так и сказала. А ты что смеешься? Смешно вот это. А, смешно, это да? Смешно. Может, просто надо на репетиции ходить? Так, Ариночка, исправляй ситуацию. Песня про дружбу. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Ведь когда бежишь в тюрьмы, ведь когда бежишь в тюрьмы, то еды немного. Что мне есть, что мне есть, у меня Серега есть. Так, стоп! Арина, хватит с тебя песен, вставай назад. Арина, у тебя два больших номера, чё ты? Чего? Да оба смешные, смешные. А песня про Артёма. Этот город самый лучший город на земле. Остальные на асфальте, этот на земле. Аня, Ань, ну зачем ты так со своим родным городом-то, а? Ты это нашему мэру скажи. Райская птица, мы все расскажем мэру Артёма. All eyes on you, everybody wants you. Итак, представьте, типичные девушки-подростки на улице. Светка, помоги мне, Светка! Что такое, что случилось? Помоги мне! Может быть, тебе скорую вызвать, а? Дура, я, кажется, ногу сломала, включай перископ. Мы находимся на улице, скорую! Мало кто знает, но на передаче «Жди меня» был именно такой случай. Здравствуйте, что у вас случилось? Здравствуйте, я потерял своих друзей. Где вы видели их последний раз? Последний раз я видел своих друзей здесь. Мне сказали, что они здесь. В ГУЭС, твои друзья уже здесь. Дорогие друзья, а у нашей команды есть свои фирменные «Райская птичья» и «Каратыши». А что это мы сейчас вам расскажем? Итак, представьте, девушка, которая торкает от молочных продуктов. Воу-воу, здесь же 3-2, полегче. Гуманитарию дали решить задачу на сложение. Воу-воу, здесь же 3-2, полегче. Фрезеровщик внезапно посмотрел на свои руки. Воу-воу, здесь же 3-2. Нормально, еще 5 дней можно пахать. Представьте, маньяк встретил школьницу в темном переулке. Ты никому не позвонишь! В этом квартале никого! Квартале! Полиция! Так, так, что тут происходит? Вы представляете? Он хотел не шо, а что? Представляете? Стой, 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 вот бесит, да, такие люди? Ну ты заканчивай тут и позвони мне потом. Господи, какие же вы тупые! Дорогие друзья, а в конце нам хотелось бы спеть про наш любимый город, про Владивосток. Нравится мне весь этот город, красивый, фасады и магазины. Это нравится мне, нравится мне, твои метели, морозы отменят сразу учебу. Это нравится мне, нравится мне, по 3 часа стоять в пробке, тебя поймут на работе. Но мне плевать, если я перееду, я все равно сюда на море приеду. И мне ничего, блин, не надо, лишь бы город мой любимый был рядом.
«Летающая птица», КУЭС, Владивосток, от чистого сердца. Спасибо. Нежность. Мы единственная чисто женская команда. Так, подожди, но мы же не чисто женская команда. Ах да, точно, это Марина. Марина из тех девушек, которых можно познакомить со своей мамой. Если мама должна вам бабки. Че ты несешь? Это было всего раз. Девочки, я знаю, для того, чтобы победить, нам нужно шокировать зрителя. И поэтому я расскажу очень страшную историю. В одном ужасном месте. В Лесозаводске. Нет. Там, где стоят огромные, уродливые дома. Ну, Лесозаводские. Нет. Там каждую ночь люди с факелами выходили на улицу. А знаешь, про что говорит? Знаешь, про Лесозаводск. Да не Лесозаводск это. Там еще в мэра вилы кинули. А, ну да, это не Лесозаводск. Это Фокино. Там так мэра выбирают. Вилла его тюк. Мы как чисто женская команда. Да мы не чисто женская команда. Меня вот Артем зовут. О, странное у тебя имя, подруга. Хорош этими своими женскими шуточками. Я настоящий мужик. Докажи. Тест на мужика. Итак, первый вопрос. Что делать, если мусорное ведро переполнено? Ногой вот это вот так вот утрамбовываешь. Там же еще места дофига. Как мужик. Допустим. Второй вопрос. Как убрать заусенец? А у меня есть маникюрный наборчик? Нету. Тогда зубами. Чтоб кровища прям хлестало. Чтоб я шел вот такой, подскальзывался. Как мужик. Девочки, наше выступление зависит от нас. Команда КВН «Нежность» поморосили женским юмором. Давайте представим случай в переходе. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Стойте, я вас знаю, вы же этот Иван Панфилов. Ну да, да, это я. Только, пожалуйста, прям вот умоляю вас. Я поняла, никому не говорить, что вы тут. Да нет, наоборот, всем расскажи, всем. Особенно у кого есть деньги, консервы, теплые вещи лишние, всех приводи. Набежав на вечеринке, что-то пошло не так. Ну это, пойду. И это, с днем рождения. У каждого есть такая подруга. Марина, ты где была? У Гели? А если я ей сейчас позвоню? Звони. Алло, Геля, а Марина у тебя была? Была. Она и сейчас у меня. А, у тебя? Ну, дай-ка ей трубочку. Она очень занята, не может подойти. Вообще-то моя дочь сейчас передо мной стоит. Пришло время раскрыть тайну. Это не ваша дочь. Ее подменили. В роддоме. Что за чушь ты несешь? Я последний раз спрашиваю, где была моя дочь? Ваша дочь? Ее нет. В смысле нет? Ее не существует. Как это? Вот же она стоит. Все иллюзорно. На самом деле, никакой дочери нет. Более того, нет меня и телефона, по которому вы говорите. Вы просто стоите на белом фоне, а это все плод вашей больной фантазии. Пип-пип-пип. До свидания. Мам, я хотела тебе сказать правду. Я не была у Кили. Фух, слава богу. А то, кажется, она наркоманка. Случай во дворе. Вова, скинь мяч. Тетя Лен, в
Вова упал. Скиньте вы мяч. Дорогие друзья, а спонсор нашего выступления — мама, которая любит хвастаться, но ненавидит своего сына. Мама, которая любит хвастаться, но ненавидит своего сына. А мой сынок-то слыхала? Ой, тварь! Представьте, это наконец-то случилось. Студенты доказали преподавателю то, что ее предмет абсолютно никому не нужен. Это что получается? Я жизнь зря прожила. Это получается безопасность жизни и деятельности не царица наук? Нет. Так вот, почему мои методички никто не покупает. Не расстраивайтесь, вы все равно наш любимый преподаватель. Почему? Ну, только у вас пары в Пантере проходят. Ладно, заказывайте дальше. Что хотелось бы сказать в конце? Не хотелось бы давить на жалость, но если мы не станем лауреатами, то меня выгонят со школы. Это так грустно. Узнав о том, что мы не стали лауреатами, родители Марины выгонят ее на мороз. С маленьким братиком, моему 5 лет, вот такие ручки, вот такие! А Лизу бросит парень. Тут, конечно, с КВНом никак не связан, но все равно печально. Хотелось бы обратиться к жюри. Выбирая лауреатов, выбирайте сердцем. Только зверь не выберет нас. Команда. Команда КВН «Нежность». Спасибо. Была на сцене команда «Нежность», но как чисто номинально зверь песню. Нет смысла по рулям, нам нужно полуфинал, нам нужно полуфинал. На первом месте. Добрый вечер, с вами команда КВН, мы еще здесь, и мы серьезно настроены на эту игру. Но для того, чтобы победить, нужно удивлять. Коллеги, у меня как раз есть удивительный номер. Ну давай. Влад, ты что, дебил, что ли, встань на место? В нашей команде вообще кто-нибудь шутить нормально умеет? Ну, есть тут один. Эй, детка, это твоя бабка? Так яичко. Я не яичко. А чё ж корчишь там? Маш, ты чё? Вирочка от Тирановы. Господи, что за тупая команда? Даша плачет. Влад, неси платок. Влад, быстрей! Скорее! Да ты чё, дурак, что ли? Я тебе сейчас шаурма! Вот и за вас. Ну вот, из вас жрать захотелось. Так, яичко. Да. Жарим! Умеем. Это последний день попеем. Помним, как умеем. Расслабленный микрофон после станет твоим трофеем. Мне не нужен Голливуд, моя цель андеграунд. Эта чега вышла на тропу войны. Пошумим, брат! Раунд! Всем привет, меня зовут Машенька. Первая миниатюра. Случай в семье. Так я тебе что сказал? Дед будет жить с нами. Ну, дорогой. Все я сказал. Люди в черном делают селфи. Даш, давай тоже сфоткаемся. О, давай сфоткаемся. Давай.
О, давай сфоткаемся. Давай. О, давай сфоткаемся. Свидание, на котором что-то пошло не так. Паш, ты здесь? Дорогой, смотри, звезда падает. Где? Я не вижу. Вот, вот, смотри. Да где? Выше, выше, выше. Дорогая, мне пора. Любимый, ты куда? В травмпункт. Спасибо. Пупсики, недавно было 8 марта, и у всех девочек, наверное, была такая подруга. Даша, отыграем? Спасибо, Даша. Девочка, ну, с очень маленькой грудью. Бедняжка, как живет вообще? Антонина Сергеевна, вот ваша зарплата за прошлый месяц. Ой, ну что вы, не стоили? А теперь представьте, первые в мире люди, которые завели самолет в ГУЭСа. Да, вы сделали! Yeah! Ну что, ребят, куда махнем? Ну, я хочу в Венецию покататься на гондоле. А не-не-не, я хочу в Дубае кальян покурить. Маш, да ты на цесарку выйди, там и кальян покуришь, и гондольеров много. А нет, давайте полетим в Саратов. Паша, почему ты таким странным голосом все время разговариваешь? А у меня гланды воспалились. Нет, ребят, я придумала. Давайте полетим в Америку на Гранд Каньон. А это еще зачем? Ну, я просто хочу почувствовать себя маленькой. Так, Влад, а ты куда хочешь? Коллеги, а я хочу в сезон. Ну, в сезон так в сезон. Отбивка. Дорогие друзья, в конце своего выступления наша команда хотела бы сказать что-то доброе. Но здесь нам нужна грустная музыка. Коллеги, и Ситаника пойдет? Да-да, Влад, сходи, включи, пожалуйста. Сейчас организую. Дорогие друзья, дело в том, что... И мы еще хотели сказать, что... С вами была команда КВН, мы еще здесь. Из общаги с любовью. Команда КВН, мы еще здесь. Думал, что космонавтам есть дело на тупо безвкусных и безучастных. Мы давно просеем свое на отдельном участке. Здесь нам принесли. Так, я не понял, а долго молчать будем, а? Да-да, я к вам обращаюсь. Что вы смотрите так, как будто мы вам что-то должны? Вы от нас чего-то ждете? Может быть, шуток? Или конфликта? Будет вам конфликт. Вот с тобой и будет. Ты конфликта хочешь? Ты уверен вообще? Созрел, да? Розы расцвела, могу сорвать, да? Хорошо. Алло, Карри? Тут человечка горы. Умрет сейчас. Люди добрые, что же это такое делается? На кого же ты меня покинешь? Ведь я уже представила нашу свадьбу, наших прекрасных детей, как мы счастливо живем под одной крышей.
крышей, нашу годовщину, потом, как наши отношения портятся, как я завожу себе любовника, мы тебя страхуем, потом ты неожиданно умираешь, а я получаю деньги, и мы с Рикардо улетаем жить в Майами. Когда же ты уже сдохнешь? Так, Валь, никто сегодня не умрет. Конечно, не умрешь. Сначала мы тебя застрахуем. Застрахуем? Ты такая маленькая, уже такие вещи говоришь. Как вы поняли, на сцене космонавты. Мы выступаем впервые, и как и любой первый раз, это немного неловко, страшно, а иногда даже больно. Поэтому терпите. Ну, а если вам понравится, мы можем встречаться чаще. Да-да, чаще. Поначалу многим не нравится, но потом за уши не оттянешь, сладкие мои. Друзья, все мы знаем таких женщин за 40, которые считают, что они так же привлекательны, как свои 22. И так случай на рынке. Та-най-на-най, ти-на-ни-ни, помидоры, огурцы, айфоны, семечки, педарды, подходите. Молодой человек, а почему у вас вот эти помидорки? Вот эти вот помидорки, 70 рублей за килограмм. А давайте за 60. А давайте за 70. Продавщица, которая знала английский язык в школе на 5. Чебуреки, беляши, пинцы, хот-дог. Где это видано, где это слыхано. Продавец гей. Тини-тини, тайна-нини, помидоры, огурцы, подходите, подходите, а то сам к вам подойду. Здравствуйте, а почему у вас вот эти помидоры? Вот эти вот помидоры, 70 рублей за килограмм. А давайте за 60. А давайте. Ну я знала, что дело не во мне, пойду лосины надену. Друзья, все мы знаем, что ВУЗ считается одним из самых толерантных вузов Приморья. Ведь здесь дают шанс трудоустроиться даже иммигрантам. Итак, представьте, случай в медицинском центре «Лотос». Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Вах, что за отвратительный нос! Вы ошиблись! Пластический хирург дальше по коридору! Да у меня проблема не в этом, у меня камни в почках. Это разве проблема? Слушай, садись, я тебе помогу. Вот отличный препарат. Бумага? Бумага, ведь все знают, что бумага побеждает камень. Давай, иди лечись. Доктор, а у вас есть другие препараты? Ты что, глумишься надо мной, да? Ты заставку вообще видел? Это Лотос. Лотос. У нас самое современное оборудование. У нас огромный ассортимент. Вот смотри, подорожник, алоэ. Так, давайте серьезно. Серьезно так, серьезно. Хорошо, как тебя зовут? Сергей. А меня Вагабет, понял, да, этот момент? Шутка, юмор. Разрядить обстановку, нормально. Хорошо. Показывай, где у тебя болит. Ну, вот здесь. Здесь, да? Пусть у кошечки болит, у собачки болит, у Сережки не болит. Так, что за детский сад вы устроили, а? Какой детский сад? Меня так мама лечила, мамой клянусь. Так, сделайте мне МРТ, и я пойду. Что произносят твои губы? Какой МРТ, мы с тобой двое мужчины. Так, Вагометов Афанасьевич, что вы делаете в моем кабинете? А ну идите охраняйте главный вход. Там студенты, представляете, без бейджиков проходят. Друзья, а в конце хотелось бы сказать. Знаете, многие в детстве мечтали стать космонавтами. А вот мы мечтали выступить на фестивале Лики в ГУЭС. А я всегда мечтала выйти замуж. Ну, КВН КВНом, а о личной жизни-то тоже нужно подумать. Сколько здесь молодых, перспективных. Пойду-ка, найду себе суженого. Обручальное кольцо. Привет. Знаешь, мне нравится, когда у мужчин приятный голос.
Ну давай, скажи что-нибудь, чтобы я услышала, какой он у тебя. Ну что угодно, любое, навскидку, скажем. Сколько ты зарабатываешь? 15 тысяч? Фу, какой неприятный голос. Обручальное кольцо. А ты такой сильный, мускулистый, брутальный. Наверняка будешь грубо со мной обращаться. Ну нет, я часто, конечно, об этом не скажешь. Ну ладно, давай попробуем. Нет, нет, только не по лицу. Нет, нет, это не я поцарапала твою машину. А сейчас возьми меня за волосы. Нет, нет, милый, я пошутила. Старая шуба тоже нормально. Позвони мне. Обручальное кольцо, непростое украшение. Друзья, с вами были космонавты. Пис. Тут космонавты и около. Вот это прикол. Ну ты тощая. А ты дрыщ. А ты шпала. Это война? Это война. Клим, объяви. Да что, солдаты, а ты шпала? Стоп, стоп, стоп. Так, равняйсь. Команда КВН Бурса, морской юмор. Поехали. Итак, представим. Курьез на построении. Равняйсь. Смирно. Направо. Шагом марш! Представьте, пара на приеме у психолога. Пошли тебе, говорю. Дорогая, мы тут долго будем. Сколько надо, столько и будем. Здравствуйте. Я приготовила вам анкетирование. Возьмите, пожалуйста, листочки и напишите минусы вашего партнера. А теперь поменяйтесь. Вот так всегда. Я с тобой развожусь. Что? Что? Артхаус, зарисовка, Золушка по-курсантски. Эй ты, запока, дай, на построение опаздывай. Представьте, случай на паре. Перестань, тебе говорю. Что такое? Можно выйти? Инка, что, сняла, что ли? Че, сняла, что ли? Парни, только не говорите, что в детстве никто так не делал. А теперь представим. Парень решил расстаться с девушкой. Дорогая, нам нужно расстаться. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы так. Мало кто знает, что Олег Газманов закончил МГУ имени Невельского. Итак, представим. Случай на экзамене. Ну, расскажите мне виды узлов. Ты морячка, я моряк? Ну ясно, короче. Ты рыбачка, я рыба. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Не за чё. Зато вы зачет. Так ты быстренько диплом мне сдашь. Ну а закончить наше выступление мы бы хотели танцем. И поскольку мы морской университет. Яблочко!
что мы морской университет, что мы ходим по форме, что мы живем по уставу. Но мы все такие же студенты, как и вы, и мы можем так же тусить и развлекаться. Остальное в сезоне. Спасибо. Ну что ж, добрый вечер, фестиваль. Мы первый раз в этой лиге, и поэтому сразу хотелось бы сделать подарок. Вот этот замечательный звук фанфар. Влад, тебе не кажется, что это очень странный подарок? Да чё, это ж будет, у них и так все есть. Точно. Ребята, кстати, о подарочках. А чё вам двоим на 8 марта подарили? А, забыла, вы же не празднуете, вы же эти, евреи. Короче, я своей подарил пену для бритья и бритву. Это типа месяц на 23-е, да? Не, братан, там видеть надо вообще. Мне прям надо было, короче, прикинь, это, а ты что делал на 8-е? Я на 8-е, в общем, наполнил ванну шампанским, разбросал лепестки роз, сделал флешмоб под окнами в виде сердечка. Ага, еще она как? Да у меня нет девушки, чисто для себя, обычный вторник. А, ну раз обычный вторник, так вторник. Сегодня пятница. А, пятница, команда КВН Ямакаси, фестиваль МГУС! Представьте, обычная парикмахерская в Кавалерово. Так, виски вам прямые, косые. Да ладно, че? А с каждым такое случалось. Представьте, парень на очень важном мероприятии, а в голову ему лезут всякие странные мысли. На лабутенах она привязалась. Интересно, а если бы в Дальрептузе изучали не рыбу, а пупсиков? Он бы назывался Дальпупс-тупс. Интересно, а когда проводница поезда из квартиры уходит, она туалет тоже на ключ закрывает? А если весь этот мир просто иллюзия? И хоккейный клуб «Адмирал» пропускает очередную шайбу и вылетает из лиги. Где же их вратарь? Где же их вратарь? Дорогие друзья, ну а сейчас, к сожалению, не особой популярностью пользуются библиотеки. Итак, давайте представим обычный случай библиотеки. Всем стоять! Это ограбление! О, Наталья Станиславовна, ставьте чайник, у нас читатель! Так гони сюда деньги! Деньги? Сейчас, из-за стоечки выйду! Так, не выходи! Из комнаты не совершай ошибку! Любите Бродского! Так, женщина, знаете, я вообще-то и выстрелить смогу. Стреляй! Стреляй прям в грудь! Умру, как пушки! Женщина, вообще понимаете, что я вам говорю? А ты понимаешь, что я тебе говорю? У тебя сейчас два выхода. Либо ты, точнее, либо я вызываю ментов, либо ты берешь Толстого и читаешь его от корки до корки. Понял? Давай. Хорошо. И книжку потом верни, воришка. Ну что ж, ребята, мне кажется, настало время для конфликта. Поэтому, Саша, я с твоей девчонкой встречаюсь. Нашлась! 5 лет ее не видел. Как она? Да нормально. Влад, ты лучший друг просто. Спасибо тебе. Обращайся. Ребят, а я тут шуточку украла. Давайте покажем. Подожди, нельзя, она же ворованная. Да можно, никто не заметил. Сейчас я объявлю. Дорогие друзья, а у нас в Ростове-на-Дону недавно открылся супермаркет «Ракушка-25». И там можно было увидеть вот такую вот ситуацию. Пип, пип, пип. Наташа, свет дали! Лера, а ты где эту шутку украла? Ну, как бы не совсем украла, заказала на Алиэкспрессе. Заказывала смешную, а прислали эту. Так всегда там. А знаете, что еще я заказывал с Алиэкспресса? Наш финальный номер, давайте посмотрим! А по Приморью ходит слушок, что ДУФУ не самый плохой вуз.
И, кстати, у него есть филиалы. Итак, представьте, филиал в Большом Камне, приехала проверка. Ну что, давай, Владивостокская элита, проверяй. Так, хорошо, где в университете бассейны? В смысле в университете? Вы же сами написали, вот вам 5 миллионов на бассейн. Но я у себя дома и поставил. Не, я как бы не привереда. Если студентам надо покупаться, пусть приходят. Там шапочки, трусики, справочки пусть приносят и купаются. Затусим. Так, ладно, а молодежный центр у вас есть? Ну, естественно, есть. У нас есть ежегодное мероприятие. Каждый год на 1 сентября мы собираемся в центре. Проводим, короче, компы. Ну, первокурсники за терроров, мы с профессорами за мусоров, за ментов. И, короче, в контру играем прям до посинения вообще. Вы тут только ерундой занимаетесь, видимо. А ваш вуз хоть раз выпустил нормального специалиста? Да, конечно. Вот, Сашка, смотрите. Сашка у нас политолог. Ты чё базаришь, а? Ну, извините, обознался. Заслуженный политолог. Вот. Пятки отрываешь, пацанов не уважаешь, а? И это, между прочим, тема его диссертации. Кстати, Александр Петрович, вы сейчас пару ведете по делу этики. По сути, вот это вот. Слушайте, у вас отвратительный филиал. Мы вас закрываем. Не-не-не, я второй раз не сяду. Да не вас, вуз. А, ну все для студентов, давайте. Дорогие друзья, для вас выступает команда КВН «Ямакаси» впервые на фестивале Лиги КВН в ГУЭС. Да ладно, расслабься, я же охранник. На этом фестивале команд много играет. Ты везде вот такая, которую все знают. Это Симбэ ведь? Не-не-не. Твой стиль, конечно. Не-не-не. А кто такие? Ямакаси. А в конце своего выступления хотелось бы сказать большое спасибо Голубинке. Если б не она, мы бы сюда никогда не попали. Ну что ж, и вам зал спасибо огромное. Кто поставил вам этот долбанный фильм «Ямакаси»? Кто показал, что люди могут так по стенам лазить? Здравствуйте, а мы самая женская команда КВН. Итак, давайте познакомимся. Давайте не будем. Давайте познакомимся. Давайте не будем. Давайте познакомимся. А это Лейла. И когда родители придумывали ей имя, они думали, что у них будет собака. Хорошо. К юмору. Во дворе. Наташа, домой. Лейла, домой. Дети, у которых окна не выходят во двор. Они могут гулять вечно. Нет, но это, по-моему, была самая смешная миниатюра на сегодня. Смешнее уже не будет. Пожалуй... Остальные покажем завтра. А, стой, я завтра не могу. Давайте сегодня. Давайте сегодня! Все мы знаем из школьного курса биологии, что у крабов нет головы. У них есть голова-грудь. Итак, случай в школе крабов. Рыбкина, дай дневник. Я его дома забыла. А голова-грудь ты дома не забыла? На сцене почти пусто, а значит сюрприз. А, мы никогда не были в кабинете у ректора Дайры в Туза и не знаем, что там происходит, но представляем себе примерно это. Ариэль! Спасибо. Ариэль! Ариэль, доченька! Георгий Николаевич, сколько раз вам повторять? Не называйте меня Ариэль! Я Светлана Петровна, ваш секретарь! Ариэль, не расстраивай меня. Я отдам тебя Мурену.
Себастьян! Себастьян, мой любимый краб! Ну чудо же, а не проректор. Себастьян, у нас есть проблемы? Да, у нас экономические специальности аккредитацию не прошли. Ну разве это проблема? Это так, пузыри. А вы заказали трон в виде ракушки? Да. Тогда у нас нет проблем. У нас есть проблемы. За дверью стоит студент, он ждет вас. Тот самый? Тот самый. Ну тогда запускайте Кракенова. Подпишите академ отпуск. Давай зачетку. Кракена, ты что, прогуливал? Зачетка твоя пропала? Еще есть проблемы? Есть проблемы! Да-да-да-да! Нет проблем. А когда нет проблем, мы идем на дискотеку! А закончить наше выступление хотелось бы словами великого мудреца, одноклассника моего папы, дяди Саши Черноморца. И только сидя в тюрьме, понимаешь, что 4, 3, 7 – это просто цифры, а истинные друзья – это родители и любимая жена. Людскому ход! Команда КВН «Красавка». Черно-белый кипи-убийцы здравого смысла. Ай-яй-яй, мы дарим шутки всем вам, хотим людей веселить, игра поможет нам. Ай-яй-яй, забудь, что было вчера, но помни, что будет завтра, новая игра. КВН РБ решила начать с песни, посвященной международным отношениям Китая и США. Нет, ты не любишь меня, получилось. Я думаю, все в зале поняли, что я представлял Китай, а Дима Америку, да? Понятно, понятно, точно всем понятно. Слушайте, корейцы, чего вы там смеетесь? Не-не-не, не земляк, нет. Китайцы, чего ржете? Чего краснеете? Не-не-не, земляк, я бурят, да, бурят. А я русский. Вообще мы буряты русские, РБ. РБ, понятно? РБ, мне кажется, непонятно. Дима, по-моему, нас в зале вообще никто не знает, а? Ну, конечно, никто не знает. Мы с тобой из заочного отделения. И вообще у нас через 10 минут пары. Слушай, точно, давай начинать уже, а? Начинаем! А начнем сразу с тупников. Очень наглый комар. Ё-моё! Итак, представьте, дальнобойщик показывает своему другу самую сочную, красивую путану. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Представьте себе, на улице парень уронил на землю последнюю сигарету. Чё ты трагедию ломаешь? Нормальная жизнь, Сишка, ё-моё, чё как этот? Очень необычная ситуация. Представьте, если бы Джек из «Титаника» был бы гробовщиком. Как ты что там делаешь? Представьте себе, очень страшная девушка пристает к парню. Тик, давай, камон, чё там, чё ты делаешь? Девушка, отстаньте от меня. Чё ты трагедию ломаешь? Нормально!
обычно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и в очереди в столовую в ВГС. Не, не уходит же. А в конце команда КВНРБ хотела бы признаться. Идея выступать на этом фестивале пришла к нам 3 часа назад. Шутки пришли к нам 2 часа назад. Разум час назад. А паника пришла к нам 3 минуты назад перед выступлением. Команда КВНРБ, выступали на панике. Спасибо! Добрый вечер, хорошие вы мои! Сереж, а вот скажи, человек, который канапе делает, это ж гей? Руслан, ты знаешь значение этого слова? Гей — это тот, кто любит мужчин. А, то есть моя мама гей. А мама живет с папой, это получается и папа тоже? А я с ними... Они везде! Сережа, они везде! Русик, их нигде нет! Они везде! Их нигде нет! Они везде! Знаешь, где их нет? Где? Знаешь, где их нет? Где? Знаешь, где их нет? В наших миниатюрах! Ну это не означает, что мы их прямо сейчас будем показывать, да? Так? Ребят, какой у нас план на игру? Как будем выигрывать? Есть шикарный план. Берем всех, просто бьем! А, Ром, знаешь, что я скажу? Я скажу, что это скорее не наш, а твой стиль. Повторяю это почаще. Ребят, я придумал, чтобы победить, я решил подарить в ГОЭС вот такую огромную, крутую статую себя. Вижу недоумение, не волнуйтесь, конечно же, обнаженного. Руси, это очень плохой подарок. Алло, рабочие? Все, выносите все из ямы, снимайте полиэтилен, разрушайте статую. Что? Нет, только мою. Геннадия Иннокентьевича Лазарева не трогайте. Пусть спит. Че он несет? Че он несет? Знаешь, Рома, я тебе скажу, что Руслан за человек, но я очень культурный. И замаскирую это слово в кашле. Слушай внимательно. Дебил. Непонятно! Я предлагаю пить! Я предлагаю всех пить! Послушай, хоть кто-нибудь так когда-нибудь конкурс выигрывал? Ты видел последнюю мисс Владивосток? Видел? Видел ее? Нет, кто она? Она? Это я! То есть ты избил всех конкурсанток? Ну не только. Я все-таки выиграл конкурс купальников. Ребята, у нас есть очень серьезный вопрос. Как нам сделать так, чтобы от разговора перейти уже к номерам, но только... К номерам! Но только как-то так изящно. К номерам! Изящество! Начнем. Случай на телепередаче. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире телепередача «Ох уж эти удивительные люди». Сегодня у меня в гостях удивительный человек, человек, который ни разу в своей жизни не смеялся, вообще никогда не смеялся. И я ее ведущий Василий Пупкин. До свидания. Веселее, дорогие друзья, школы. Давайте представим. 1886 год. Английские археологи откопали статую Тутанхамона. Ты готов, Джонни Бой? Это гробница Тутанхамона. Ее не открывали 5000 лет. На ней написано, кто ее откроет, того ждет кара богов. Открываем. Yeah.
Сегодня фараона. Продолжим. Психолог в детском саду. Здравствуйте, вы отец Игорь, да? Очень приятно. Знаете, у вашего сына, возможно, небольшие отклонения. Это становится видно, когда взглянешь на его рисунки. Давайте посмотрим. О, мой Бог. Господи Иисусе. Пресвятая Богородица. Заметили? Все на религиозную тематику. Но вон же машина. Она из золота. А следовательно, машина патриарха. Друзья, а теперь давайте представим подросток на допросе в полицейском участке. Ну что, сволочь, м? Не хочешь сесть в тюрьму на 15 лет? Тогда признавайся, кто украл пачку детского орбита? Ничего я тебе не скажу, ментяра. Хм, а дыхание свежее. Ну что ж, коллега, предлагаю применить технику «плохой, хороший полицейский». Говори! Признавайся! Признавайся! Говори! Почему ты его бьешь? Я плохой полицейский. Нет, это я плохой полицейский. Я стреляю из своего табельного оружия просто так по баночкам. Я свое табельное оружие вообще продал. И бабушку через дорогу не перевожу. Да, а я потом эту бабку сбил. У тебя есть уважительная причина, ты просто был пьян. Ну, с кем не бывает. А я просто так бью людей. Я тоже. Конечно, вы полиция. Все, хватит, я все расскажу. Да не надо. А я не голосовал за Путина. Чуть не забыл, я же расист. С козырей пошел. А я никогда не работал в полиции. Все, прекратите, вы оба очень плохие полицейские. Мы плохие! Друзья, ну и что может быть... Как нельзя кстати, чем финальный рэпачок в конце нашего выступления. Ну вот мы и выступили сейчас перед вами. Расскажите о том, что увидели вашим папе и маме. И вы молодцы, что сегодня все сюда пришли. Вы культурно обогатились, вы что-то нашли. А если захотите видеть нас почаще, просто приходите в бар Чикаго каждый вторник в 8 вечера на вечера стендап-клаб. Вы знаете, там меньше рамочных ограничений, чем в КВНе. Там можно употреблять алкоголь, чего нельзя делать в стенах этого университета. И да, многие скажут, что, эй, это даже не в рифму, но очень хочется донести информацию до людей. Ребят, ну вы что, это же ГУЭС-фестиваль, веселей! Так с этого вас пусть лунная призма даст нам всем силы. Спасибо. Юмор и смех, для победы есть все шансы. Команда «Море» всех удивит. Будем вместе зажигать фестиваль. И что это было? Это я впитал всю мощь нашего выступления. Итак, команда КВН «Море», поехали! И это все? Это все. Так, вставай на место. Вставай на место. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы позиционируем себя как поющая команда. Поющая? Тарас. Поющая, а не пьющая. Ну, сейчас все будет. Тарас, лучше иди пей за сцену. Так, а давайте немного познакомимся. Это Лиза, она ответственна за подбор девочек в нашу команду. Ненавижу баб. Почему? Потому что сама баба. О, у тебя что, идея?
Нет, у меня курица разогрелась. Кто курица? Я курица? Вообще не курица, я там колен втаривал, втаривал, не курица и не курица. Раз. Брутальный ананас. Тарас! Слезы из глаз! Тарас, завязывай! И сам себе завязывай! Тарас, просто встань на место! Ребят, у вас есть что-нибудь крутое? Есть. Давай. Песня. Давай, показывай. Итак, представьте, в клубе неожиданно включили свет. Танцую, девушка, я танцую, хватит улыбаться. Вам 30, мне 15. Вот вообще не круто. Не круто, это айфон на андроиде, а у нас круто. Лиза, ты у нас самая адекватная. Есть что показать? Да, есть. Давай, показывай. Девушка, которая себя не узнает. Лиз, смотри. И как... чё за дичь? Это ты. Это ты. Это ты. Лиза, а я смотрю, ты опять своих гопников в зал привела. Лёша, хватит называть гопниками моих подружек и вообще. Ну прям как мой батя храпит. Батя? Ребят, ну хватит. А пока наша ара спит, мы начинаем. Дорогие друзья, итак, давайте пофантазируем. Моисей, когда Моисей раздвинул кое-что не то. Можно не начинать. Пятый этаж. Браво, Моисей! Браво, браво! Слышите? Итак, давайте посмотрим. Девушка использует тест на беременность в первый раз. Друзья, а недавно в Чугуевке прошел чемпионат мира по шугарингу на лошадях. А у нас любая студенческая вечеринка в 5 утра. Давай, пока все спят. Ну нет. Сам дойду! Ну, мазель. Видишь, даже он спит. Хорошо. А если они все-таки не спят? Ну, давай проверим. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви в нашей силы батарейка. А недавно наша команда покорила гору Педан. И вот мы на вершине наслаждаемся свежим воздухом. Вы что, из дома два, что ли? Почему? А чего меня на поляне бросили, счастливые ушли, а? Вы что думали, я от медведя не убегу? А я убежал. Мы вас вообще-то потеряли. А чего нас искать? А где вы были? В коне спали. А, это как Ди Каприо? Какой Ди Каприо? Нет, как мой дед. Ну, забыл я спальник, ну с кем не бывает. Как говорится, забыл спальник, спальник, иди спать в коня. Это где так говорится? Неважно. Что эти индейцы, помнишь, вот это вот докопались до нас. Леша, хватит называть индейцами моих подружек. Меня не подружек. О, медведь пришел. Я разберусь. Есть Оскар? Конечно. Давай. Держи. Здравствуйте, медведь. Наша команда считает, что этот Оскар должны были получить вы. Спасибо.
друзья. А для нас этот фестиваль первый, и мы его хотим запомнить именно таким. Добрым, веселым, лауреатами. Что? Ой, те. Здесь, чтобы удивлять и зал очаровать, мой первый фестиваль. Мы все России от года в год, удивительный народ. На сцене с вами была команда КВН «Море». А почему «Море»? Потому что в этом вся соль. Пока! Выступает команда «Осень». Да простит нас Бог. Не простит. Друзья, мы видим какие-то технические неполадки, давайте поддержим ребят, можно с этим разобраться. На такой случай у меня есть специальный листик. 26 марта, 18.00, в МЦКД «Горизонт» города Уссурийска пройдет финал первой лиги Приморского КВН, где будут играть команды нашего университета, друзья, твой стиль. Ну, вот такое объявление. Я надеюсь, все в порядке. И заново, друзья, давайте представим, что ничего не было, и под ваши аплодисменты команда КВН «Осень» ТГБУ. Фестиваль, yeah! О медицинском хотим рассказать, yeah! Что сокращение идет опять, yeah! Бывает тому нам нечего терять. Вот это жигар! Я Санечек, а вот Матвейка и Игоречек. Мы на сцене в ГУЭС первый раз, поэтому давайте сразу познакомимся. Это Матвей. Матвей всегда говорит правду. Вот, Матвей, ты куришь? Я тебя ненавижу! Вот видите, правда же, ну. Это Александр. Александр самый красивый в нашей команде, да. Ну, после меня и после Матвея. И после звукооператора у него нос поросячий. Вот, а так самый красивый, да. Классно, Игорь, ты его дай пять. Что ж, давайте продолжим. Саша у нас еще поэт. Продемонстрируй. Русский. Я русский народ. Мы русский народ. Мы на заводах пыхтели. Мы косили траву, а потом ее ели. Работали, позабыв, что такое постели. Никого не трогали и проблем не хотели. Но тут внезапно цены взлетели. Скажите мне, вы на Западе там что все? Стой, Саша, стой! Между прочим, в медицинском проканала. Тебе вещи, что-то не нравится. Пускай тогда он что-нибудь предложит гениальное. А хорошо. Вот есть что у тебя гениального? У меня есть отличная бизнес-идея. Нужно поставить платные карусели для бабушек. Зачем? Как говорится, бабки крутятся, лавеха мутятся. Нам не нравится. Давай что-нибудь поадекватней. Посмотри, еще чувака. Смотри, ты же кореец. Да, кореец. А так давай пошутим про корейцев. А давай пошутим про дебилов. Давай. Дорогие друзья, Игорь, что? Есть шутка. Прям бомба, вообще бью. Объяви, мы ее покажем. Хорошо. Случай в бюджетной парикмахерской.
это такое? Скальп снимали. Давайте что-нибудь другое. Есть у вас? Есть музыкальные миниатюры. Давай, давай, сейчас объявлю. Случай у врача. Доктор, здравствуйте, обморожение. Бедный мальчик, клади сюда свой пальчик. Где мой пальчик? Почек пальчик. Хватит, хватит. Вы понимаете, что это в ГУЭС, а не медицинские? Здесь нельзя кстати, такое показывать. Кстати, Игорь, про ГУЭС. Я пока сюда шел, такую шаурмичную увидел, там такая шаурма. Короче, как ты любишь? Ну чего, погнали? А погнали, вот мне, а! Продолжим. Саша, ты неплохо поешь. Может быть, что-нибудь еще споешь? Да. А может быть, его зовут Ибрагим, но точно не Сергей, не Витек, не Вадим. А может быть, его зовут Магомед, а нет, забыла имя сына своего. Какая безответственная мать! Саша, вот почему ты постоянно ныть начинаешь? Ну что, надо с чего-то начинать. Команда КВН 8, мы начинаем! Так, представьте случай. Центральная площадь, день ВДВ, необычный случай. Ленка! Леночка! Спустя три дня. Лена! Лена! Шумоизолирующие окна века. Окна века. Тебе рожать, а не ему, ты заслужила тишину. Дорогие друзья, в заключение, все мы бывали в тренажерных залах и встречали вот таких вот людей. Ты бы гантели взял бы. Спасибо, спасибо. Да, не я по поле. Чё, первый день в зале? Да, первый день. Чё, может, посоветуешь что-нибудь, а? Тебе нужен инструктор. А тебе баба. Чё? А, ты не обзываешься? Нет, нет. Большие у тебя банки, да? Них бы огурцы мариновать. Да ладно, шучу, помидоры у огурцов сейчас не сезон. Слушай, а хочешь смешную шутку? Нет. А страшную? Нет. А фантастично? Нет. А загадочно? Я хочу ту историю, где тебя ломает позвоночник. Ну слушай, как-то раз пришел я в клуб. Слушай, и... я тебе сейчас на две части сломаю. Не сломаешь, у меня пластина в позвоночник. И не дослушал историю. Пришел я как-то раз. Конечно, я ж КВНщик из осени. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы пояснить, да, почему мы осень? Вот это мистер Сентябрь, ты кому? Я мистер Октябрь, ты думаю. Это вот дебил местный. Что? Ты чё, Игорь? Ты ничего не попутал? Ты мистер Сентябрь, он мистер Октябрь. Команда КВН-8, спасибо.
Ну а начать хотелось бы, как первокурсники в дэнс-хаусе. Закончили. Дорогие друзья, на сцене команда Квен стая. Ну прям волчаны. Вот я волк из ГС, это волк из ДВФУ. Дай пять, братан. Тебе просто на. Почему? Потому что ты старый втуза. Че, угорайте? Вы бы так в туалет хотели бы? Точно так же бы бежали, она просто ключ не может подобрать, понятно, да? Ладно, кто первый шутку будет показывать? Я? Не-не-не, давайте, знаете, что сделаем, да? Битва вузов. ДВФУ против Дары Фтуза. Я в ГУЭС судья. Че ты? Че? Че? Стоп! Стоп! Почему вы вдвоем Дары Фтуз душите? Ну так во Влади придет. О, это чё, кто? Это не чё, кто, это кто чё, мама моя. Кто чё, тётя Марин, вставайте, с нами играть будете. А ты чё? Ты чё? Ты чё, за сыном посмотреть даже не можешь? Это батя твой! Ты чё, батя на сцене пропнул? Ладно, вставай рядом с семьёй. А, забыл, забыл, забыл! Тихо! Ну вот теперь, когда вся стая в сборе, можем начинать. Итак, начнем. Магазин дешевых лоу-киков. А есть подешевле? Закончились! Девушка вручила повестку своему парню из военкомата прямо в руки. Прикольно, да, меня в армии научили? Идем дальше. Через два дня после стрелки парень ищет свои зубы. Зубатку не видел, мою. Пришли в магазин на 8 марта выбирать ей подарок. Ну, давай, выбирай, какой тебе. Вон тот нравится, давай померим. Можно померить? Классно, можно нам два таких? Нет, нет, спасибо. Вот деньги. О, у меня мелких сдачи нет, давайте я нокаутов пропишу. А, еще раз. Случай на передаче «Жди меня». Найди меня на Манхэттене, крайняя справа, заметь счастливые твои идиоты, я и он. А таких русских продавцов вы могли видеть на любом китайском рынке. Представьте, магазин у Юры. Сам ты драный, понял? Это фасон такой! Юра, чего у тебя все вещи драные? Это фасон такой! Это фасон такой! Оу! Бадам! Что-то сразу желаете? Можно мне вот эти поменьше? Вот эти только поменьше, да? Да. А, ну понял. В сумке возьми. А, в сумке, понял. Вот это вообще идеально! Слушайте, прямо настоящий джентльмен с GQ будет вообще. А сколько такие стоят? Чтобы Юра не слышал, 7900. Не, давай 500. Давайте 500. А что ты еще дали? Что, поменьше нету? Нет. Ладно, Юр, давай, поменяй быстро. Что, быстрее давай? Пожалуйста, ваша задача. А почему 300? Магазин у Юры-тракториста.
сцене была команда КВН «Стая». Артём, Артём, время. Луна зашла. Дорогие друзья, запомните этот фестиваль, ведь только в КВНе ДВФУ стоит на коленях перед всем КВСом. Визитные карточки, друзья, следующей командой предлагаю приготовить ладошки, подержать их в два раза громче, потому что они последние, последним всегда тяжелее. Команда КВН из ТГМРУ «Дурное влияние». Аплодисменты! Команда КВН «Дурное влияние». Погнали! Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Здравствуйте, друзья! На сцене команда КВН «Дурное влияние». Так, стоп! Почему дурное влияние? Что в нас дурного? Ну, во-первых, ты, Слава, на руку не чист. В смысле? В смысле, руки вытри! Буртуч как жрал, все заляпал, ей-богу. И во-вторых, Слава, у нас из дурного как минимум твой опыт общения с женщинами. Но-но-но! Я, между прочим, книгу по пикапу написал. О, да! Все мы ее читали. Вот эта знаменитая «От нет, да может быть» всего за полгода. Аркадий! А у меня сейчас такая мысля в голове всплыла. А помнишь, вот когда я тебе грызло разворотил? Да когда это было? Да сейчас это будет. Вот не начинай, а. А ты начинай. Команда КВН «Дурное влияние», и мы начинаем. Мужская отбивка, поехали! Печально, когда в семье сын дебил. Еще печальнее, когда этот сын ты. Любуемся. Сынок, присядь, нам надо поговорить. Сегодня на компьютере я нашел папку «Рабочие документы», которая весит 49 гигабайт. Ты понимаешь, что если люди узнают, что там у тебя, тебя же все извращенцы называть будут? Сына, ну дискография и все клипы «Каспийского груза» — это что такое? Ну, папа! Что, папа? Лучше бы ты порно смотрел! В нелепую ситуацию попасть может каждый. Итак, давайте представим. Министр экономики перепутал юбилей своего деда и выступление в Госдуме. Друзья, сегодня мы празднуем эту замечательную цифру 80. Но я уверен, что мы отметим и 90, и 100. Ой, да чем черт не шутит, все 200. А ведь многие из здесь присутствующих помнят, когда ему было всего 30. То есть это я своему деду сказал, что если он до 90 дотянет, то нам хана? А уже этой осенью пройдут выборы в Государственную Думу. Итак, давайте посмотрим на телеинтервью одного из кандидатов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас в гостях кандидат от партии «Честная Россия не дремлет» Анатолий Владимирович Воровайкин. Анатолий Владимирович, и я хотел бы начать с резонансного вопроса. Вас обвиняют в получении взятки в 20 миллионов долларов. Как вы это прокомментируете? Запад! Что Запад? Происки Запада! Да, я патриот. Вся Россия знает, что я откаты рублями беру. Что ж, ваша позиция понятна. А следующий вопрос очень волнует пенсионеров. Можете ли вы объяснить, почему в России такие маленькие пенсии? Да, могу! Следующий. Следующий вопрос таков. 2016 год – это год Греции в России. Скажите, какие культурные мероприятия готовятся? Если вы проголосуете за меня, у нас все как в Греции будет. У нас через полгода каждый второй по улице в простыне ходить будет. Я вам это гарантирую. Ну и в конце вашего выступления ваш предвыборный лозунг.
Анатолий Владимирович Воровайкин. Не пойман не вор. Не вор, а депутат. Ладно, ребята, отсняли. Давайте теперь на камеру. Дорогие друзья, существует множество программ, где вы можете позвонить в прямой эфир к гадалке, и она решит все ваши проблемы. А я напоминаю, наша телеведущая потомственная гадалка Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, сними проклятие, порчу, приворот и гостинку Новоропаева. Мой залитый, то есть мой хрустальный шар подсказывает, что у нас есть звоночек в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Витальевна. У нас в семье такое горе. Мой муж алкаш. Мой сын дебил полнейший, он даже школу не закончил. У нас хата 5 минут назад сгорела. Мы стоим на углях, греемся. Подождите, я вижу в шаре, что у вас в семье кто-то пьет. Есть кто-то очень глупый, и недавно был пожар. Вы прям в корень зрите. Ну, я потомственная гадалка. А что вы хотели узнать? Мы на эти выходные на дачу едем. Скажите, пожалуйста, по лунному календарю картошку сажать можно? Сейчас посмотрю прогноз. Да, можно. А ничего, что март? Да не, самый сок. Давайте представим. Финальная стадия переговоров между директором футбольного клуба «Луч Энергия» и Лионелем Месси. Стой! Или ты дослушаешь до конца, или я перережу себе горло. Так, 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 мужик, убери нож, все нормально, я слушаю. В общем, все, что я предлагал, и банка тушенки сверху. Пока, мужик. Ладно, какие твои условия? Значит так, я буду играть за 20 миллионов в год. 20 миллионов, тоже мне Криштиану Роналду. На! Сколько не хватает? Мужик, здесь 15 рублей, ты угораешь, что ли? Ну что ты хочешь? Ну хочешь, я палец отрежу, а где нож? Так, не надо никакого ножа. На что ты вообще рассчитываешь с такими условиями? На то, что Бог есть! Спаси нас, Мессия! Вообще-то Месси. Для нас все одно и то же! Так, все, я ухожу. Ладно, ладно, подожди. Давай пожмем друг другу руки, попрощаемся нормально. А, руку пожал, за луч заиграл? Не-не-не, мужик, не карай! Что хотелось бы сказать в конце? Наши мамы говорили нам, не попадите под дурное влияние. А мы и не попали. Мы его распространяем. Команда КВН «Дурное влияние», спасибо. Эй, привет, здравствуйте, здравствуйте. Эй, дайте шума, ГВН! Эй, друзья, ну что ж, мы у себя дома, считай, да? Но надо как-то влюбить в себя заново. Влюбить? Это по моей части. Я тебе не говорил, но я могу закадрить любую девочку в этом зале. Артём, какое-то несоответствие картинки и звука. Мне кажется, твоему лицу больше подходит. Бабушка, можно еще ежевичного варенья? Я хочу быть волонтером. В смысле ты любишь меня как друга? Ты не понимаешь, моя система не дает сбоев. Не дает результатов, но не дает и сбоев. Хотя что я от вас требую? Вы же все как на подбор, просто ну, а? Ну кто это? Вот, ну только вот красивый Мутовкин. А вы? Фу. Так я не поняла. Это что, камень в мой огород? Ну скорее, это камень в твой сад камней. Знаешь что? А вот не надо со мной так разговаривать. Между прочим, я мисс Владивосток. Ножом пырнула, мы слышали эту шутку миллион раз. Роман, ты сам-то вообще не очень. Между прочим, меня с детства сравнивают с Ален Делоном. Подходят и говорят, ну, конечно, я Ален Делон. И вообще... И вообще, все-то понимают, что просто ты мне завидуешь. Моей красоте и то, что от меня веет сексуальностью. А, это сексуальность. Просто по запаху как-то на пинце больше смахивает. Ребят, а вам не кажется, что вон та вот девушка постоянно на меня смотрит? Конечно, это твоя мать. Команда «Как твой стиль», поехали! Фантазион! Смотри меня называла! Друзья, еще раз добрый вечер!
А теперь давайте представим Че Гевара в Бургер Кинге. Свободная касса. Это я освободил. Фантазию! А теперь давайте представим, человек, который боится щекотки. Щекотка! Фантазию! А ты меня называла! Фантазию! Вам с тобою не пара! После того, как мы стали чемпионами, про нас стали ходить разные слухи. Итак, оправдываем свое название. Шутка миниатюра, которую мы украли, но явно показываем лучше. Итак, в магазине самых дешевых лоу-киков. Зачем? Я не знаю. Я просто хотел тебя ударить. Фантазию! А ты меня называла! Фантазию! Друзья, а прямо сейчас человек, который решает свои проблемы с помощью электрошокера. В смысле, рубля не хватает? В смысле, рубля не хватает? В смысле, ты со мной на свидание пойдешь? В смысле, я должен методичку по БЖД покупать? В смысле, топ-сессия? Эй, ребята, это ж вы, адмирал Владивостокский! Если вам там нравится прям, чи. Так, Ром, ну прекрати! В смысле прекрати? Чи. Фантазию! А ты меня называла! Фантазию! Вам с тобою не пара! Друзья, согласитесь, многие из нас боятся вызывать такси, потому что непонятно, какой водитель попадется. Итак, смотрим. Я вообще пьяный за руль не сажусь. А сегодня сел. Конечно, такой повод первый день за рулем. Я вообще не таксист, у меня бизнес свой. Нефтяные вышки. Под Партизанском. Подождите, там же нет нефти. Поэтому и таксую. Так, ну-ка подержи пока руль. Ты куда едешь? Ты куда едешь? А я туда! Как зовут тебя? Уехал. Ладно, все, приехали. Да нет, еще едем! Еще же едем. Ай, как говорил перед смертью мой дед, да ты не выстрелишь. Все, приехали, с вас 150 рублей. Подождите, я же просил привезти меня к андеграунду. И? Привези меня в лес. Ну, 50. Фантазию! Друзья, все мы знаем, что конкуренция среди местных вузов сильно возросла. Спасибо. И многие борются за абитуриентов как могут. Итак, смотрим. ДВФУ – вуз федерального значения. Каждая наша аудитория оборудована по последнему слову техники. В ГУЭС удобно расположен в самом центре Владивостока. Кроме этого, у нас есть собственный спортивный комплекс. Так. У нас есть... Ну, разумеется, все это. И... А это не у нас. Ну, вообще люди поступают? Ужасный вуз. Что? А вы что смеетесь? Куда вы побежите с 90 баллами? Кто пригреет вас на своей низкопрофильной груди? Кто примет аттестат весь в курице и в семечках? Ну, потому что человек из Кавалерова едет, мы все понимаем. Мы нужны этому городу. Мы нужны этой стране. Мы нужны этому миру. Мы нужны этой вселенной. Дерек Дуз. Надежда вселенной. И болейки. Громче, прибавь монитора звук и качай головой, разбавляй свой досуг слаще. Поцелуй я не...
так становятся чемпионами. Дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Сегодня на лиге мы в гости пришли и ни на что не претендуем. Но если вдруг там что, ладно. Тогда мы любим Гуэ, спасибо, ладно, что чего. And I'm feeling good.